В уральской столице, на улице Уральской, неподалеку от перекрестка с Блюхера, но что хуже, еще более неподалеку от тротуара, наш зритель Леонид запеленговал опасность. Древесный трехногий столб, одна лапа которого под тяжестью жизни надломилась. И вот сейчас люди, которые ходят мимо наджабленного столба по тротуару, гадают, сломается деревянная нога окончательно или нет. А если сломается, то в какую сторону эта конструкция рухнет? На тротуар и дальше на дорогу или все-таки в обратную сторону к дому? Пока вроде бы эта тренога стоит более-менее устойчиво. По крайней мере, на сгибе устрашающий не скрипит. Но, сами понимаете, все течет, все изменяется. И какой-нибудь порыв ветра сможет этот объект с тремя ногами завалить. Конечно, не дай бог. Наш внимательный зритель Леонид заморочился, позвонил в электросетевую компанию, но там от него, по его словам, отмахнулись. Да и то верно. Сейчас такое время интернестненькое, что оптимально угрозу не ликвидировать, а поставить рядом с ней камеру наблюдения и ждать, кого столб привалит и кто станет новой звездой интерсети.